Здравствуйте, уважаемые кулинары! С вами Дарья, и вы на канале «Разбуди аппетит». Сегодня я приготовила для вас видеорецепт по приготовлению мандаринового печенья с трещинками. Эффект трещинок на поверхности печенья создается при помощи сахарной пудры. Готовить печенье очень легко, и вкус, я думаю, вас точно порадует. Для начала соединим все сухие ингредиенты. Просеем муку. В просеянной муке добавляем 1/2 чайной ложки разрыхлителя. Далее добавляем сахарную пудру и ванилин. Все хорошо размешиваем. Я напоминаю, что все граммовки будут в описании под видео. Готовим жидкую составляющую. Для приготовления печенья нам потребуется цедра. Цедру натираем на мелкой терке, можно взять от мандарина, апельсина или лимона. Взбалтываем яйцо, добавляем к нему цедру и 2-3 капли оранжевого красителя. Все это хорошо размешиваем между собой и добавляем к сухим компонентам. Заключительный ингредиент нашего теста – это сливочное масло, которое нужно растопить на водяной бане. Растопленное масло добавляем к остальным ингредиентам и замешиваем тесто. Тесто получается вязкое, но не стоит этого пугаться, оно и должно такое быть. Перекладываем тесто в полиэтиленовый пакет и убираем в холодильник минимум на 1 час. После этого достаем тесто из холодильника, скатываем его в колбаску и делим колбаску на равные части. У меня получилось 8. Каждый нарезанный кусочек теста скатываем в шарик и обваливаем в сахарной пудре. Тем временем, пока скатываем шарики, ставим на разогрев духовку. Скатанные шарики перекладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выкладываем в него печенье и отправляем в духовку выпекаться при температуре 180 градусов, режим вверх-вниз без конвекции на 8-9 минут. Ориентируйтесь по своей духовке. Вынимаем печенье из духовки и даем остыть. Изначально печенье очень мягкое, но когда остынет, то покроется корочкой. Мандариновое печенье с трещинками получается очень ароматное и вкусное. Пробуйте приготовить. Но я вам желаю приятного аппетита и спасибо вам за просмотр.